Друзья, всем привет! Меня зовут Ирина. Рада видеть вас на моем канале. Сегодня я вам покажу небольшие покупочки из магазина Fix Price. Я взяла вот такие вот органайзеры. Это органайзеры Loft. Они немножко разные. Сейчас покажу. Вот такой вот органайзер. Здесь, значит, по бокам у нас идет такая как бы сетка, но мне не очень нравится, что здесь нет отверстий, потому что один из этих органайзеров я планировала поставить в ванной. Ну, именно прям вот на ванну. Вот эти вот два будут стоять на стиральной машинке, и здесь будут различные средства. Я не могу сказать, что их внешний вид меня прям полностью устраивает. Они немного странненькие, вот эти корзинки, но, по крайней мере, лучше, чем остальные в магазине Fix Price. Мне вот не нравится, когда там всякие вензеля, какие-то узоры на них. Мне нравятся более минималистичные. Гораздо лучше, если бы они были просто сплошные, и здесь не было бы никаких отверстий, а вот здесь вот были бы какие-то дырочки. Например, если вода бы попадала, она бы вытекала и не задерживалась. Стоимость больших контейнеров 99 рублей, тоже достаточно небюджетно, я бы сказала. И один такой вот маленький контейнер, он такой же, только маленький. Вот его я использую, ставлю на ванну, на уголок ванны, и здесь ставлю различные шампуни, чтобы как-то немножко более эстетично это все выглядело и в едином стиле. Продолжая тему ванной комнаты, я купила в Fix Price вот такой мешок для стирки. Он достаточно большой, но если присмотреться, здесь достаточно большие такие вот отверстия, дырочки. Я не уверена, что он очень прочный, просто я ждала свой мешок для стирки с AliExpress. Вот он мне по качеству нравится больше. Да, здесь мелкая такая сетка. Но молния здесь гораздо более качественная. Вот здесь вот, кстати, было в наборе два мешка. Один был такого же размера, как вот этот вот. Я его отдала маме, потому что мне два одинаковых не нужно. Также повторно, даже регулярно покупаю в Fix Price такие меламиновые губки. Этой губкой я надеюсь отмыть стену. Я, в общем, купила черные подушки, у меня белые стены, и эти подушки покрасили стены, я не могу их ничем отмыть. Это очень печально, если вот эта штука мне не поможет, не отмоет, главное не стереть обои. Тогда, наверное, придется перекрашивать или клеить какие-то интерьерные наклейки, я не знаю. Еще с такой организацией пространства. Я на самом деле давно охотилась за этой штукой. Я первый раз увидела этот органайзер и почему-то его положила на полку обратно, не стала его брать. Потом увидела, что он стоит 79 рублей. Я подумала, такая штука мне нужна, потому что на Wildberries и Озоне такие вещи гораздо дороже. Вот эта вещь, значит, это кухонный органайзер. Здесь можно вешать кружки или различные приборы. Крепится он на верхнюю полку. Вот как бы вот так вот вставляется. И здесь вот на верхний шкафчик, и здесь можно что-то повесить. Стоимость бюджетная, я считаю, что покупка хорошая. Всегда в Fix Price беру чай. Вот такой ромашковый. Этот чай, вот у меня сейчас прям 4 упаковки. Этот чай стоит 29 или 30 рублей. Он очень, ну, он классный, он такой же, как аптечная ромашка, но отличает его то, что пакетик с веревочкой, как в обычном чае. Просто в аптечной ромашке он, ну, как-то, они так вот по два пакета, там еще упаковки скреплены, их надо разъединять, и иногда эти пакетики рвутся. А здесь обычные стандартные пакеты, мне очень нравятся. Я часто пью ромашковый чай и успокаиваю свою нервную систему. Также я ромашку использую для полоскания горла, у меня часто горло болит. Поэтому это прям суперская покупка. Тем более в аптеке эти чаи стоят, по-моему, около 100 рублей за упаковку, а здесь всего лишь 30. И еще взяла попробовать вот такую вот
не знаю, для меня это новинка, вечерний сбор, тоже чай, тоже, по-моему, в районе 30 рублей. Сейчас скажу, какие здесь травы. Что-то там земляника была, где-то я видела сейчас. Лист земляники, лист мяты, кориандр, корень валерьяны, пустырник, ройбуш, ромашка. То есть тоже такой, видимо, перед сном пить, чтобы успокаиваться и на релаксе отходить ко сну. Я бодрое утро. Я взяла обычный кофе, чибо растворимый. Очень маленькая упаковка, всего лишь 40 грамм. Стоила 79 рублей, но, кстати, в Фикспрессе, там у них на кассе стоит очень много кофе. Вот это я брала не на кассе, а просто в зале. А на кассе у них прям различные. У них и Якобсен, и Скафе, и разные объемы. То есть, мне кажется, там можно выгодно кофе покупать, если они есть в наличии. Также я вот взяла такой тортик шоколадный, вафельный, шоколадница с орешками. 99 рублей его стоимость. А также, что не относится к фикс-прайс, я сегодня была в магазине Sensei и давно там хотела купить строгу, еще в прошлом году, но, к сожалению, я принесла домой и обнаружила, что она разорванная, поэтому я ее вам не смогу показать, я попробую ее вернуть, получится мне это или нет, я не знаю, может быть, скажут, что это я сама порвала, но, во всяком случае, я попробую. Так, друзья, на этом все. Такие вот небольшие покупочки, маленький апдейт. Спасибо большое за внимание. Всем пока-пока и до следующих видео.